Летом перекрестит, и чтобы вода сохранилась. Вот это другое дело будет. Вот тогда и можно поверить в чудеса. А что зимой, когда все к чертовой матери замерзло, что ее крестить? Ее можно не крестить, ее пить надо, например. Опалываешь на все. Там у нас праздник будет, даже думать доживем до февраля, уже будет день прибавиться, и на время начнется, это же не часто все делается. Блины пекут уже, готовятся по полной программе. Ну вот, вечером пить начнем. Вон, да уже вечер у нас, ну, стемняет рано, после обеда сразу. Так идет. Там кто-то подошел? Ребята, кто подходил? Ну, кто подходил здесь, пиздел, кто? Да кто-то в попад, не в попад включался, но что-то нес здесь. Да уж поди, коли в сознании. Сейчас накаркаешь. Явится с преисподней. Попиздел и в тину, да? Привет. А, машина там была, да, ее мастера там хорошо. Да, Ермак Лабинск, 5-й Царихард, с праздником тебе. Громко я слышу, Гена зовут. Прием. Да, Володь, без проблем. Здорово слышать тебя. Да, радугу тоже громко. Там несколько станций работает, Саша. Саня, ты не слышишь, там машина работает? Там недалеко от тебя. Понятно. Кто там в составе работает? Отключи.
Постоту уже не слышно. Ну, Тарас работает, я не знаю. Вот, спроси у пятого, он Тарасов принимал. Пятерка на Ермах, кто там поработал со Ставрополя, привет. Да нет, Ставрополя не было. Радуга, радуга здесь на чистоте еще. Я где-то там вот смотрю, пока выезжал, там до похожу, так резко поздоровался. А ты давно ты слышал, что у тебя масло есть?